Привет-привет, друзья! Вы на канале Кита Сити, с вами я, его ведущий Владимир. На обзоре у нас с вами будет вот такая вот маленькая небольшая посылка, в которой находится кожаная сумка для мужчин, для парней, которая одевается через плечо. Посылка вся вот такая вот замотанная скотчем, облепленная. Такое ощущение, что ее вскрывали не один раз. Ну, давайте распаковывать и делать обзор. Так как там кожаное изделие, нужно постараться открыть осторожно, чтобы не повредить упаковку. Так, я ее уже вижу. Так, сейчас самое главное проверить будет, чтобы это оказалась кожаная сумка, а не из кожезаменителя. Так как китайцы любят делать такие вот подставы непонятные, писать одно, а по факту должно приходить другое. Но пообщавшись с продавцом, продавец убедительно сказал, что это кожа, натуральная кожа. Я поверил и купил. Ну, кстати, вот есть даже вот пробник этой кожи. Давайте его оторвем. Есть вот такой вот пробничек. Да, с виду вроде как кожа. Тоненькая, но кожа. Для меня было принципиально купить кожаную сумку, потому что у меня уже есть небольшой опыт покупки подобных вещей на AliExpress. Вот смотрите, предыдущая моя сумочка, которую я купил, она тут перед у нее из кожзама. Не видите, как за 2 года она облезла? Нейлон вот этот тоже вот потрескался. Вот кожзам, видите, насквозь продавилась, перемялась вот так вот, таким вот образом. И вот такие вот дыры. По качеству я вам скажу, что это ужасно. А по цене стоит на $2 дешевле, чем вот эта вот кожаная. Ссылку на магазин продавца, где я купил эту сумочку, я оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите и смотрите. Так, смотрите еще, что какая беда случилась. Вот эти вот замки, вот боковые, вот они настолько ненадежные. Вот, оно выпадает все со временем. Вот эти вот ручки, они отрываются. Молния не сходится. Смотрите, вот тут мало того, что ручка оторвалась, еще молния расходится. Вот, внутри тоже все рвется, но качество ужасное. А когда была новая, она была, конечно же, красивая. Так, ну, надеюсь, что с этой сумкой такого не будет. Так, как я уже сказал, вот у нас есть кожаный такой пробник для того, чтобы убедиться, что это натуральная кожа. Запах сейчас вот такой вот, как свежевыкрашенная кожа. Чувствуется такой вот хороший, сильный запах новой кожаной вещи. Я когда-то покупал кожаную куртку, так вот запах был такой же самый. Ну, ручки, карманы. Вот эти замки вроде бы хорошо ездят, так мягенько. Тут уже за что-то зацепился. А нет, просто тут ручка помешала. Так, в комплекте у нас идет ремешок через плечо. Ну, качество поярче, конечно, чем на обычной этой вот сумочке, как вы видите, да? И карабинчики покрупнее. И сам ремешок пошире. Регулируется длина как надо. Так, что-то там я еще видел. Штуки для высушивания вещей и браслет. Кстати, браслет — это стеклянные красные бусы, это не пластик, это стекло, так как оно тяжелое такое. Ну, на меня он маленький, не налезет. Подарю дочке, будет играться, носить. Это подарок, в комплект не входит. Вот такой вот подарок с красных бус. Мелочь, ну, приятно. Так, вниз, сверху у нас ручка. Большая толстая ручка, прошитая кожей. Смотрите, проклеена и прошита. Держится вот такими вот боковыми вот вставками. Тоже, наверное, не по всей длине там внутри. Вот, хорошая ручка. Заклепочки. Так, внутри у нас один карман, да? Один большой карман. Есть
боковой карман на молнии. Сюда можно что-то положить будет. Нормально. Ну, хорошо, что один такой большой карман. Так, спереди есть еще карманчик такой вот небольшой. Под ним же опять есть еще один карман. Всего три отсека. Раз, два, три. И внутри такой вот карманчик. Низ кожаный. Сзади имеется вот такая петля для ремня. То есть можно на ремне ее носить. Так, давайте оденем сюда эти карабины. Так, вот сумка в сборе. Выровнять пряжку, ремешок по длине, наполнить сумочку разными вещами, и можно уже ее носить. Это не карман. Да, значит, за счет того, что она вот такая вот простенькая, немного у ней карманов, поэтому она и недорогая. Большой основной отсек, сбоку небольшой карман и маленький карманчик еще сбоку. Всего три отсека. Но, кстати, есть еще выбор и вот такие, кожаная сумка с вот таким вот большим набором всяких разных кармашков. Ссылку на все эти сумочки, на разные различные сумки через плечо для мужчин и парней, я оставлю в описании под видео. Ну а мы давайте теперь попробуем, протестируем, действительно ли это кожа, или китайцы научились имитировать кожезаменитель как настоящая кожа. Ну смотрите, с виду натуральная кожа, ну вообще, ну придраться не к чему. Реально. Единственный способ проверить это, старый проверенный способ, подпалить и посмотреть. Да, вот по запаху чувствуется, что это не какой-то там паленый пластик, резина или что, а вот такая вот паленая шкура, паленая кожа. Да, действительно, это настоящая кожа. Слабо подпалил, спичка быстро просто сгорела. Но все равно по запаху уже чувствуется, что это действительно кожа. Так что, друзья, продавец не обманул. Сумочка действительно оказалась кожаная, так что я рекомендую. Ссылку на магазин продавца, где я купил эту сумочку, я оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, изучайте. Ну а мы на этом будем заканчивать это видео. Больше про сумочку мне эту сказать нечего. Что я недорассказал, вы найдете на странице у продавца. Ну а мы с вами будем заканчивать это видео. Всем, кому это видео было интересно, понравилось или чем-то полезно, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир, до новых встреч, пока-пока!